Сегодня отмечают Международный день родной мовы. История этого свята началась с решения ЮНЕСКО у 2000 года. За 16 годов оно тривало затвердилось у календары свята у нашей страны. У Беларуси до его примерковывают тыдни родной мовы, на протягу яких проходят тематичные викторины, презентации книг белорусскомовных авторов и шмат іншага. Як это было у Гомеле, ведая Ганна Ковалева. Кот воевода – смехутная штука. Это дивная история, передаденная на белорусское море с элементами классичной традиции народной смеховой культуры. Автор выдания Иван Штейнер, доктор филологических наук, профессор. Презентация этого выдания на этом тыдне стала одним из мероприемств, померкованных до Дня родной мовы. Иван Штейнер, ведомый читачам, як русско- и белорусскомовный автор. Однако сам признается, что ему больше досподобы писать миновито на белорусской мове. Николай Короткевич пропоновал писать по белорусскому детективы. И в этом плане я так само вот хочу сделать, показать нашу великую национальную культуру таким вот сатиричным, таким веселым плане, как не лечить, что мы такие белорусы прозмерно серьезные, а то, что мы умеем смеяться. И в первую очередь мы можем посмеяться над собою. А когда мы можем смеяться над собой, то значит мы еще живые и открытые для диалогу и для усяго, что есть у свете. Разнастайность у программы святкования тыдня родной мовы унесла и телерадиокомпания Гомеля у гимназии номер 51 Гомеля. Прошла выездная викторина «Размовляем по-белоруску». Телевизийная версия программы створается телерадиокомпанией Гомель по заказу телеканала «Беларусь 3». Основная мета проекта – отродить интерес до родной мовы. Мы зарабили прикладно 70 программ. У них брали удел розныя людзі. Гэта і дарослыя, гэта і людзі паважанага ўзросту, гэта і дзеці. Ну, мне падаецца, такія віктарыны, іх можна праводзіць наставникам у своих школах, у своих классах, каб разнастаіць вучэбны працэс. Вось такую форму можна просто пропоновать. Зараз у Гомельской области 545 школ, из них 243 белорусскомовные. Адукацию у них отрымливают амаль 18 тысяч детей. Дарэчы, незалежно от мовы навучания, во всех установах адукации в области активно выкарыстоўваюць разные формы популяризации белорусской мовы. У нас традиционные такие и встречи и с писателями различными белорусскими, и представителями белорусской культуры, белорусского искусства. Традиционно у нас проходит неделя белорусского языка и литературы через какие-то игровые моменты, через встречи. Потому что только вот так можно проявить любовь к родному краю, к родной стране. Сегодня специалисты сферы адукации принимают меры, как повысить авторитет белорусской мовы. Так, 16 сакавіка отбудется коллегия управления адукации Гомельского облвыканкама, якая будет просвечена пытанию популяризации белорусской мовы. Плануется обмерковать идею организации белорусскомовного навучания и у ВНУ. На початку будут сформированы особные группы студенты, які смогут отрымливать высшую адукацию, користаючися только белорусской мовы. А кроме того, керовникам школы будет рекомендовано раз в месяц объявлять дни родной мовы. На протягу таких дён учебный процесс будет вестися миновито по-белоруску.